Я тебе проверю. Блять, боже, он! Япона, мать, еще есть! Последний. Минус. Хорошо. Сюда. А, ты хочешь Тревора? Так они сразу появляются, вы что? Я слышала, да? Да-да-да. Глушона, а чё ты делаешь? Моё. Сказал бы, я тебе просто бы ногу пристрелил. На! Я за тебя, да. Гнездо, гнездо, всё ещё! Убил одного. Значит, один бункер где-то. По возможности оставьте одного у меня. Если он там. Мне бы его в голову вижу тоже. Труп. Вот вижу труп в проломе. Ты мне видишь? Вот в проломе слева какой-то труп. По-моему, чувака там убит. Так что, возможно, там еще один. Что за пролом? Забор? Да. Вот прям у ЗБ-014. Бегаю, да, слева. Бегу, 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 бегу. Он за забором, да? Он да, под забором, за забором, да. На новой территории. Понял, сейчас обойду его. Бежит к нам по рому. Подбегает к камню этому. Я его по зоне, типа, что это? Да, вижу его, вижу. Он сейчас бежит, бежит с пистолетом, по-моему. Готово, готово, хорош. Хорошая инфа. Ух! Он же испугал его так нормально, он просто побежал что-то. На второй взял этот. Он у меня где-то стукнул. У меня, походу, на втором в комнате. Возможно, напротив лестницы. Я не знаю, что. Поднимаюсь было к тебе. Можешь прямо пробежать? Вот, хожу. Тихо! Все замрите! На третьем, на третьем! Третий! Аня, у тебя за спиной третий! Убил меня! Он на лестнице прямо был. Так этот был. Это был он все это время, блин. Да. Просто инфы ноль вообще. Я к нему поднялся со спины. Тот нам бежит. Откуда? Я не слышу звук. А, с того корпуса примерно. Ну, ты говоришь, ты говоришь, у меня напротив лестницы. И чел стоит напротив комнаты, напротив лестницы. Я говорю, лестницы. У меня на втором этаже, либо на лестнице, да, либо короче, напротив. Короче, зарассинхронились мы что-то. Мосик, думаю, забери, я скажу, можешь выкинуть. А броня у тебя там что? Ну, броня можешь забрать. Просто стою за спиной у типа. И такой спрашиваю, типа, там, ну, с тобой общаемся. Он стоит, да и не так слышу. У него нет звука, нет звука. Я ж не поднялся к нему на ступенечку вперед, понимаешь? Все, осталось 10 ЧВК, одевшись в паку. Ну, в генераторную. Это не та генераторная? Да. Ты в восточке посмотрел? Я, да, посмотрел. Ну, Аня же решила умереть, не открыв комнату, да, Аня? Ты вообще, чуваку, я мог у него просто магазин вытащить из оружия, пока стоял сзади него, бля. Ну, потому что мне бот в голову. А что у тебя за каска была, м? Забрал он, Нет. Или ты сэкономила, но забрали? Расскажи нам давай, нам очень интересно. Тихо. Тихо, Аня, чё мешаешь, Мэтт? Что вижу? Ты меня смотришь, нет? Нет, это не ты. Нет. Кит? Где он? Он с Мосинкой. Я по нему попал, он ушел ближе к тебе, к насыпи. Вот от тропы побежал к насыпи. Блин, что-то капец, надо сейчас идти прям вычислять этих типов. Один из них. Так. Может, не один. Он сейчас по-любому дал про меня инфу, что я здесь у второго камня. По мне надо вообще не допустить ни одного просто выстрела. Иначе я умираю сразу. Займем самую очевидную позицию, но многие могут не прочекать ее просто.
Так. Снова меняем позицию. Ты с красной повязкой был, молодой человек. А, вот. Да, тут очень опасно лутать, конечно, капец. А, Гиш Норрис, есть такой? Нет, The Best. Меня убил The Best, это тоже. Бля, бот, не надо. Тихо, вижу. Еще одно. Так, еще один минус. Просто укольчики ставлю с СКС-ки, блин. Сидел лутал того, которого убил я. Я просто на него прибежал, не ожидая, что он там будет это делать. А, вижу их. Давай, 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 друг. Подходи поближе только, чтоб я не промахивался по тебе. Во-во-во, давай, давай, в обход иди правильно. Там боты бегают. А. Да вряд ли, где-то здесь он в кустах сидит. Боты не заагренные ни на кого. Вот он, ёптыч. Нашел? Давай, челик, просто замри, и мы с этим покончим уже. Я уже всех устал. У меня энергия кончилась, сейчас это вообще вовремя, конечно. Каска затанчила БПшку, сука. Где он, блин? А, вон. Сука, вот он просто везучий, блядь. Прицелился в голову, он решил присесть. Ну что это? Как? Как? Просто везучая сволочь, блин. Thank you.
Наконец-то. А, это тот же самый тип, оказывается. Он просто не сдох от моей той плюхи. Что у тебя за каска такая, которая хавает мои БПшки, чел? ТЦ, понятно. The best, вот он. Что за каска у него? ТЦ 800, обычная каска. Я не успею. Нет, я все себе скинул, и все, и рейд закончился. Ну капец, это просто капец. Сколько я выкуривал этого типа... Раз, два, три, четыре я всего убил. Это челобот. Пять людей, по сути. Я нанес дамага 1400, блин. Урон, поглощенный броней, из этого всего урона 6. Понимаете, насколько это, блин? 6 поглотила броня, 1400 впитала мясо. То есть в этого типа все залетало мимо брони. Но он, сука, жил и жил до последнего. Вижу, перед нами кто-то. Убил. Бот, походу. Тихо! Слева бегут, пит, за нами. Я по мне работают. Блин. Походу сектанты, мне кажется, это. Убил бот на вышке. У них несколько было. Был обычный бот. Я прям под вышку, короче. Кто-то по мне, по-моему, сзади еще стрелял. С этим дождем, блядь, ничего не понятно. Граната! Прям бегает около меня. Нет, это он бегает. Я лежу. Вижу его. Убил. Я бегу. ЧВК, ЧВК. Сорок восьмой. Тоже ПНВХ. В принципе, шапку мне нельзя. Мне надо именно в этой каске дурацкой и в этой дурацкой броне делать квест. Просто почему-то опять... Нет, вид перед тобой слева. Замри. Нет, не замри. Бегай, бегай наоборот. Убил его. Жив? Да, да. Все. Он просто тоже остановился по тебе уже стрелять. Наверху был? Нет, снизу. Да тут жирные типы ходят, блин. Обалдеть. Где вот это все было, да? Где? Ну, когда мы тестили МКшку, блин. Сейчас, ладно, я сейчас ее открыл, могу хоть хождение тестить. Так, ты наверху, да? Да, тут где-то камней каких-то. Куда идти нам, я уже забыл так. Вот сюда. По сути. Здорово. Профи. Что делаешь? А ведь я тут ходил кругами. То есть так, а почему он тут присел, думаешь? Ходит тут всякие кругами. Потом зажигалка пропадает. У нас ложки пропадают. Это ты стрелял? Да, мистик. Кто-то, кажется, слева от суицида есть. Да, да. Там же не ты бегаешь, да? Я у повального, вот на повальном поднимаюсь. Убил?
Прям перед тобой. Чего там? Да, я знаю. Вепрь-хантер. Я забыл, что я мул взял с собой. Вовремя, да? Вспомнил. Закроил, так скажи. Я вот сейчас смотрел датчик, смотрю мул рядом, и вспомнил. Где еще одна выбил? Уж не пролутал? Ну вот этот Артём, это чел, которого я убил на вышке. С него подобрал Airframe. Но на 10-й минуте я еще одного убил. То есть мы сначала вот пришли в деревню. Я убил бота. Потом мы шли к радиовышке, я убил еще одного бота. И еще прибежал же к тебе, по-моему. ЧВК на спуск сделал. ЧВК это. Да, я его заспрейл через куст и убил Кусека. А потом вот этот Артём подошел. Капец, я даже не видел, что я убил его. Есть, перед нами. Давай. Бьешь? Неудобно с 10 метров стрелять по собой. Двое, да? Он не работает, он двое. Не ходи, граната отскочила. Да блин, он... Спрыгнул. Его убил. Еще один где-то. Да, он там же наверху. Ахильсик, да? Сделал? Да. Я тут пытался мансовать, как я не знаю. В общем, они почему-то забатились на меня, а не на тебя, оба. Да, ага, животный кто руку выбил тогда? Но это не последний, который уже стрелял. Да нет, первый тоже. О! Второй так. Второй добрый. Дробовик ты? Разве второй? Нет, это не я. Второй или ты? Как война, убили кого-то. Убили меня. Блин, Вит, ты что ли был? Я за тобой так шел. В смысле за мной? Я был за тобой. Я не знаю, за кем был ты, но меня там не было. Вперед и стреляешь с ботом, там стоишь. Нет, это не я был. Кран, ты че? Моя. Я пушу второй этаж. Я на третий захожу. Стоял, короче, рядом с каким-то типом пятого уровня, который думал, был с вепрем. Я же за тобой поднимался по лестнице, но да. Ты на третий ушел сразу. А я-то думал, что ты на второй пошел и стреляешь с ботом там. Прям вид. Я смотрю, какие-то два типа стреляют куда-то, такие прям синхронно так, такие прям в паре такие работают, короче. Это вид. Да он с вепрем. Пидорас, блин! Вы чё хули ты стонешь там, как шлюха, блядь? Да ща порвем его! Смотри, пацаны, дерзкий какой, а! Ты, сука, у нас там крыса, блядь! У нас крыса! Вот она, новая интеллектуальная беседа. Так. Я даже не стал свой юсековский рот раскрывать. Запинали, блядь. Да. Тут район зашел. Палатка на двушке подбежала. Открывают уже меченку. Дам на иту. Один минус. На третьем? На втором. На втором еще есть, там где перепрыжка. Калашом. У нас еще один.
На первом этаже. Угу. Че, поднялся на третий? Возможно, на втором есть враг. Я сначала третий проверю. Блять, боже, он... Ёпона мать, еще есть! Последний. Минус. Хорошо. Хо-хо-хо! Сюда. На третьем сидели. Отдыхали. Я на втором в комнатке напротив лестницы сижу. Хились. Я понял. Я только залетаю, просто мимо него проскачиваю. Обратно проскачиваю, он сидит на меня, смотрит. Не знаю, дорогой, нет? Может там у него, не знаю, монитор, там 30 Гц, хрен его знает, он не успел. Нормально, чё. Глянь. Лизат, курявчики. Для кто у меня пришел? Двух старец? Нас нету. По-моему, к вам побежал. Вот. Он просто увидел длину дробовика и обомолел. Ну видите, грудак же, вот. Все-таки четвертый класс этот, блин, патрон вообще уничтожает, походу. Мало тут это начинает, а я вазелином помазал. Ну ты же ее всех не осуждаю. Хорошо, я ебал, ладно. Подъебал. Идет туда в холмике. Так, у меня от костра кто-то бежит. Дорога переходит на поле к холму. На холме уже сидел курятчик. Не вижу его везде, он. Перебежал сюда, понял. Он камень проходил? Я видел, как дорогу перебежал, подходил к этим контейнеры. Понял. Значит, он там остался. В контейнере сидит, в синем. Убил. Я подхожу к контейнеру. Ядрить эту волыну. Законная вообще, нет, эта тема вот эта вот? Не, это нормально, чё ты? Он с Виктором, 21 уровень. Всего лишь дробовик, что такого? Конечно, ядрит человек, прицел поставил. Неплохой чё такой. Там? 200 крат? Что там, телескоп можно смотреть просто, я не знаю. Космос. Может, он романтик, реально за космосом наблюдает. 24 крата от нам. Mm-hmm. На таможню, понимаешь? На Виктор? На Виктор. На Ремингтон. Капец, конечно, он приближает жестко. Погоди. Нет, это капец приближение. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.